тяжелая игра отдалась. В принципе, мы такое и ожидали. Я знаю, как это, как действует Уфа. Это всегда дома против них тяжело. Если я не ошибаюсь, последние 9 матчей не проигрывала команда. Так что мы рады, что добились 3 очка. С вашего ухода Уфа вообще сильно поменялась? Я думаю, еще не успела сильно поменяться. В принципе, там все действия примерно то же самое. Где-то, может, чуть-чуть они их улучшают, но я так не заметил сильных изменений. Какие-то эмоции испытали, когда приехали? Приятно вернуться, конечно, я здесь долго играл и чувствовал здесь себя очень хорошо, но надо двигаться дальше. Теперь я игрок другой команды. Первый тайм был достаточно боевым, там 3 желтые карточки только. С чем объясним это? Очень много желания было в обеих командах? Обеих команд, конечно, выходили. Уфа хотела выиграть, мы хотели выиграть, поэтому борьба на футбольном поле – это нормальное явление. Очень страшно. Как Краснодар себя приняли, как себя чувствуешь вообще в команде? Хорошо приняли, хорошо себя чувствую. Думаю, дальше еще будет лучше.